Так, нам где-то, ребята, отмазочка надо. Где-то нужна отмазочка. Так, все, ребята, я розыгрыш завершаю. Подписка в течение 1 минуты. Обязательно условие подписаны быть телеграм-канал, телеграм-чат. Обязательно. Выбирайте или пятерка, или колесико. Смотрите сами. Давай бешеный коин, накинь нам что-нибудь. Да ладно, случайка. Ребята, выпала случайка. Монет даже нету, но она выпала, блядь. Вот как это работает? У нас есть победитель. Ирина, давай, пиши сюда. У тебя есть время до 29 ответить мне. Я проверяю твою прописку. Прописку и подписку. Прописано ли ты у меня на канале или нет? Тут, давай пиши колесо, что там, чё почём. Ребята, напоминаю, кто уходит с канала, с телеги отписывается, больше не смогут участвовать в розыгрышах. Ребята, вы можете отписаться, вопросов нет, но в розыгрышах, увы, не сможете участвовать. Так, что она нам написала? Колесо. Все, ребята, будем сейчас колесико крутить. Смотрим занос. Сейчас ловим 2 мажора и идем. Ну давай ставь 2-ю молнию. Не, ну это, наверное, 20-ку должен дать, я думаю. На 20-ке и стоп. Ну, бля, или сейчас или пустая, или что-то даст. Блять, пустая. Вот тут этот скамина, когда 2-ю молнию ставит, она почему-то пустая частенько. Почему так происходит, я даже не знаю. Давай сейчас еще ходом. О, 12 рублей, ёпсель-мопсель, блядь. Нормально. Ты бы так, блядь, раньше насыпал бы. Блядь, да иди ты в пень. Как это работает, ребята? Блядь, топ... Ух ты, ёпсель-мопсель. Ну да, и там гранда какого-нибудь. Ты посмотри, что он делает, блядь. Последнего часа девушки вырыть стали. Ну да. Девушки смотрят. Спокойнее. Да я не понимаю, что слышишь, по 40 поймать. Случайная выпадает буквально вот сколько? Ну, 20 спинов. 20 спинов выпадает. О, ну, блядь, ну занос видно сразу. Быстро. Ну, мажора поставила, было бы поприкольнее. Так, смотри, только что была случайная, и сразу ходом 2-я случайная. Ну-ка, да. Я не знаю, что. Бля, если сейчас заноса не будет, я не знаю. Удаляем коин, ребята. Если заноса не будет, удаляем коин. Да, это ради бога, пускай забирает грантов. Я ему все оставлю. Мне вот пару мажорчиков по 10 рублей хватит. Бля, ну еще поставь. Блять, ну бонус... А, ладно, фу, я чуть не это, что происходит? Да я не знаю, блядь, ребят, что это происходит. Может, сегодня PlaySon играет? Может, PlaySon играет? PlaySon, PlaySon, PlaySon. Но выше 20-ки не дает, заметьте, больше 20-ки не дает. До 20-ки. Давай сейчас случайную еще ходом, я офигею просто. Не, сейчас походу ребята начнет тупо жрать. Вот я уверен. Вот это на него очень похоже сейчас будет.
Ставь по 2. Блин, не. По 2 это опасность. Бля. Кстати, я думал, что заскамит. Блять, по 40 поймали, по 60 поймали, по 80 поймали. Да иди ты в пень. Давай мажора 2 штуки. Я охренею, что происходит. Походу он решил мне... О, больше 20-ки дал. Рекорд. Да я не знаю, ребята, поломали плейсона. Коины сломали. Ну давай уже добивай до 1000 нас. Ну... Бля, да что ты... Ну, слабо... Как-то он дает. Вопросов нет, но с игровок мало. Тут грандик маленький, всего лишь 800, родной. Почему ты? Поставь нам немножко. Бля, а прикол-то выпадают-то случайные, вы заметили эти? Бля, если сейчас по рублю выпадет, я охренею. Да ну нахуй. Ты, блядь, у меня чуть инфаркт не случился. Я думал, сейчас даст. Пиздец. Ребята. Блядь. Я это что происходит? Блядь, по рублю поймали, а? Да, блядь, по всем ставкам. Мы сейчас до 100 рублей дойдем, наверное. Есть ставка 100 рублей тут? Блядь, ну дайте уже хороший бонус. Мы уже столько штук поймали. Я, блядь, не знаю, что происходит. Ой, блядь, хорошо как. Ой-ой-ой. Извините за маты, но... Это хорошо. Копеечка, но хорошая, пойдет. Давай, блядь, мажора. Да ёпся. Ну, блядь, ну с игровок мало. Дает базару ноль, но с игровок мало. Не, ну тут что-то происходит непонятное. Не я. Да, Антоха, я в шоке. Случайная, да? Блять, заглючил. Я думал, случайно выпало. Вячеслав, здорово, дружище, привет. У меня же ну пробел сломался. Так, смотрите, делаем вот так. Опа. Не играет, да? Все, теперь идем по рубль 20 и ловим ее. Рандом по рублю попробовать? Блять, ты думаешь, что она даст? Это сколько миллионов? 36 миллионов. Хорошо, ребятки. Хёпсель-мопсель. Давай сейчас рандомную еще по рубль 20. Это что за херня, блять? Это... ну это пиздец. Сорян. Я не знаю, что это такое. Это пипец. У меня уже слов нету, но это трэш какой-то. Согласитесь, это что за игра такая? Ну смешно, вот реально сейчас смотришь и смешно становится. Вроде ты рад, и в то же время тебе смешно, что происходит. Походу да, походу да. Антоха уже, блядь, сейчас взорвется скоро, там смайлики закончатся у него. Но это все, наверное, это пустая, да? А, не, еще дал. Занос пришел и вот пошло. Ну да, зашли мы хорошо. Рандомную по 2 рубля. Не, ребята, сидим пока... Ой, бля, ой, хорошо залетело. Мини-миника. Давай, блядь, мажора, пожалуйста, мажора, умоляю. Мажора, 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 мажора. Ой, блядь, хорошо, еще 18. Дай мажора, прошу тебя. Мажора дай. Ладно, минора. Не, ну хоть что-нибудь. Ой, хорошо, ладно, пойдет, сотка. Что, я не знаю, Никитос. Я не знаю, я в шоке сам. Сейчас мы... Ты заметь, как они выпадают. Непонятно вообще. Как это происходит? Так, сейчас опять замануха по рублю. И потом... Потом по рубль 20. Херак. По рубль 60. Не, все, походу. Ребята, моя удача закончилась. Походу, есть определенный предел, который можно было забрать. Десятка, неплохо. Пойдет.
Ну это, согласитесь, вот это было красиво, ребята. Вот это было красиво все-таки. Как мы по нарастающей туда-сюда просто вырулили баланс. Вот это было красиво. Сессия была хорошая. Возможно, она и закончилась. И я боюсь, что после этого, ребята, коин у нас перестанет играть лет на 5. Ну все, да. Закончился. Дина, привет, с Новым годом. Спасибо тебе большое, тебя также с Новым годом. Колян, здорово, с Новым годом тебе тоже. То это смешно было. Прямо это смешно, больно, но прикольно. Что творил? Ну все, пропала сессия, ребята. Мы забрали все, что могли. Спасибо большое.